Как запомнить большие тексты? В американской школе у нас был урок театра, и нам дали такой лайфхак, который тебе поможет запоминать большие тексты. Сначала мне это помогло запоминать актерские монологи и диалоги, но потом позже в учебе мне надо было запоминать самые разные тексты и даже тексты на немецком языке про торфяные земли в Индонезии. Это подходит абсолютно для всего. Что мы делаем? Во-первых, мы берем текст. Он бывает очень большой на несколько страниц, он бывает маленький на одну страницу. Берем текст, и самое первое, что мы делаем, это выделяем первые слова в предложениях. Нам нужно выписать эти слова. Если вы готовы работать только с выделенными словами, так тоже можно делать, но лучше их просто выписать. Таким образом, у вас есть первые слова. Мы запоминаем текст, но у нас будет путаться немножко последовательность, какое предложение за каким идет. И мы можем подглядывать только на первые слова. Со временем все придет к тому, что вы будете запоминать эту последовательность в предложениях самостоятельно, и вам уже будет достаточно выписать только первое слово абзаца. И затем вам вообще не нужно будет выписывать эти первые слова абзаца или первые слова предложения, и вы будете просто запоминать легче весь текст. Но вот эти первые слова, они важны для того, чтобы у вас дальше уже все будет само на себя нанизываться, то есть это дальше будет превращаться в один такой большой красивый текст. Но первое время, возможно, вам понадобятся вот эти первые слова подсказки. Удачи, подписывайся на мой канал, здесь ты найдешь очень много всего про языки, про путешествия, про то, как учить 5 иностранных языков до уровня носителя.